Сегодня у нас 15 января 2019 года. Я вот в моем мейлинге Санкт-Петербург, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, корпус 9В, 24, так что вот 23 часа 44 минуты, кушаю я в моем мейлинге, это вот мой паспорт, так что вот кушаю, приготовила борщ, показала я, ну в общем, короче, приготовила себе борщ, в общем, кушаю, вот, так что вот такие вот дела. Это правда, вот снимаю видео, большинство же сама, я все это сделаю сама все это вот себя снимаю, выкладываю, загружаю на мою страницу ВКонтакте, когда-то на Фейсбук, так на Ютубе. Это к чему? Это к тому, что это кому-то нравится, понимаете, что кому-то нравится и так далее. Это я о чем? О позитивных отзывах. О моем творчестве. Так что вот, позитивные отзывы на мое творчество. Уже книгу все писала. С какого там года, опубликовала в 2007 году. «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Как бы. Я была Александровой Татьяной Юрьевной, теперь я Татьяна Салмановна Матон Сайфудин, ну что я в книге говорю. Писала, в общем, написала, опубликовала, и все как-то это, в общем, вот так. Вот такие вот дела. Кушаю я в моем мейлинге.